Нарьян-Мар – город добрых воспоминаний. Под таким названием прошел вечер, посвященный памяти Инни Кашижевой. Советская поэтесса в 1964 году написала текст к известной и всеми любимой песне «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар». Уже на протяжении полувека эта песня является неофициальным гимном заполярной столицы и узнаваема во всех уголках страны. Александра Литкова продолжит. Эту песню про Нарьян-Мар хорошо знают не только в Ненецком округе. Для нарьян-марцев и особенно людей старшего поколения эта песня не просто олицетворяет любовь к родному краю, тундре, родным местам. Для каждого она особенная, и у каждого с ней связаны свои теплые воспоминания. Ну, это было в июле 65 года. Мы ехали в отпуск в город Благовещенск на Амуре. Рядом через Амур. Примерно на таком расстоянии, как Нарьян-Мар от Йокуши, даже от кирпичного. Город Хэйхэ, китайский. Вот. Вышли мы из самолета, собираемся на машину садиться. И вдруг звук про Нарьян-Мар. Оглянулись, молодежная группа, вышли из автобуса и поют песню «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар». Инна Кашижева – яркая, самобытная представительница поэтов-шестидесятников. Она – автор стихов почти 300 популярных песен, в том числе и про Нарьян-Мар. Идея провести вечер памяти своей землячки принадлежит кабардино-балкарской организации по содействию развития адыгской молодежи «Черкесский ренессанс». Появившись 55 лет назад, эта песня, благодаря своей мелодичности и неповторимости, стала своеобразным символом и неофициальным гимном заполярного города. Вот этот вот, талант человека, который, не находясь здесь, но настолько почувствовал душу, тембр, настроение и сердца людей, что, написав эту песню, она вошла в историю. Песня о Нарьян-Маре, она является неофициальным гимном, хотя, по большому счету, она является не только гимном нашего города, она является гимном всего Севера. Музыка к этой песне была написана известным композитором Григорием Пономаренко. И знаете, вот когда хорошо совпадает мелодия со стихами, это получается вот такая песня. А мелодия это как на упряжке мчимся. Может быть, потому оно так запало нам в душу. И я тоже, когда с северянной вот ездила по селам округа, мы везде ее пели. Первой исполнительницей стала Галина Шалькова, которой композитор Григорий Пономаренко и посвятил песню. Затем в исполнении Екатерины Шавриной и Калабельды песня стала популярной во всей стране. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».